Вакцинация населения Чувашии против гриппа в этом году началась раньше. Напомним, в эпидсезон 2016-2017 годов планируется охватить прививками более 520 тысяч человек, в том числе 170 тысяч детей. Ожидается, что в защиту получат около 42% от всего населения республики. В первую очередь вакцинацию проходят люди из повышенной группы риска. Это медицинские работники, работники коммунальной, транспортной отраслей и сферы обслуживания, торговли, призывники и беременные женщины. С началом наступления учебного года вакцинации будут проводиться и среди школьников и студентов. Как отмечают специалисты, прививку лучше делать в конце лета, начале осени, чтобы к сезонной эпидемии успел сформироваться иммунный ответ на введение вакцины. Иммунитет к гриппу вырабатывается 2-3 недели. Когда все вокруг чихают, делать прививку уже поздно. Поэтому с вакцинацией лучше поторопиться. Защита сохраняется в течение 12 месяцев. Эффективность противогриппозной вакцины составляет порядка 75-90%. При своевременной поставке вакцин иммунизацию населения против гриппа планируют завершить до ноября этого года.